Эй, пацаны, вы можете в стойке стоять? Встаньте на ноги. Сашенька, в середину. Еще раз, пацаны, Андрей и Николай. И вы не суйте просто куда. Задача. Один придерживает руки, второй ноги. Потом раз, постараться перевернуть его. Джимми, пошли. Держи, держи, можно держать. Душить нет, а держать можно. Так, Шендря, Даниил, возьми, пожалуйста, Фабиану. Там. Зечи Шизель, Зечи Пресс и Зечи Флотель. Фабиану. Да. Она Зечи, а ты через Призечи. Смотри. Получается три подхода. То есть 10, 10, 10, а ты 15. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Хорошо? А и чем то? Пожалуйста, ты отвечаешь. Ты считаешь, она делает, и ты делаешь. Ну, до 10 секунд пришло. Положить на лопатки. Давай, Николай, помогай. Вот, вот. Вот, вот, уже держи руки. Держать. Давай, давай, Николаша. Здравствуйте. Ну, Мате, Мате, малые ушли, так, Саша перешел к Мише, Игорь вышел, Денис вышел, приготовились, так, вам разрешается. Да, Игорь и Денис на колени. Эй, вам разрешается делать болевое. Кристиан, тебе нет. Кристиан и Сырву болевое. Аджимы. Пошли. А мне можно отшить? Да нет, болевой бы удержали. Давайте болевой ему. Так, Даня, иди сюда. Шендри снял куртку. Сейчас борешься, что девочка в Фабиане. Фабиана, борешься с Даником. Шендри, снимай куртку туда, ушел. Фабиана, ай. Вот Даник, вот Фабиана. Лупта дзюдо. А рукари на инки и на поле. Хочу. Даем тебе захват. За одну ногу, за две ноги тащи. Мате! Мате! Вышли, следующие вышли. Следующие, Мате! Не понял, кто это там пищит? Денис перешел к сырку.